Госпредприятие «Машиностроительное конструкторское бюро «Ивченко Прогресс», город Запорожье». Проектирует и серийно производит, испытывает, доводит, ремонтирует и обслуживает авиационные двигатели и газотурбинные приводы индустриального применения. Авиадвигатели, разработанные «Ивченко Прогресс», применяют на 66 типах летательных аппаратов в более чем сотни стран мира. Свыше 300 миллионов часов составляет общая наработка газотурбинных двигателей, произведенных «Ивченко Прогресс». Предприятие входит в состав концерна «Укроборонпром». Фирму «Варис» мы знаем лет 5 по инструменту, мы с ним работаем около такого периода. По оборудованию с 2018 года начали с ними работу, и в 2019, в феврале месяце, мы получили два станка производства Кореи «Дусан» и «Пума 400», которые, в принципе, нам решили задачу по изготовлению определенных сложнофасонных деталей, которые мы комплектуем авиационные двигатели средней серии совместно с «Мотор Сичи». Попутно решили ряд задач, которые не были изначально перед оборудованием, не стояли перед этим. Но попутно еще решили ряд задач, то есть забрали токарную обработку с других цехов нашего предприятия и обеспечили своевременное ее выполнение в рамках других договорных обязательств. Приобретение этих станков позволило нам сконцентрировать операции на одном рабочем месте, что уменьшило подготовительное время межоперационное, ну и увеличило, соответственно, на производительность. Станки очень прогрессивные, производительные, точностные характеристики держат, нет простоев, нет поломок. Работают они у нас в трехсменном режиме 6 дней в неделю. Функциональность станков, она очень на высоком уровне. И как вы понимаете, даже то, что очень большую роль играет эта точность станка. То, что нету конуса, мы ловим здесь микроны, сотки. Как бы для нас это немаловажно в нашем производстве. Корейское оборудование, которое представляет «Вариус» в Украине, это на сегодняшний день, наверное, самое лучшее соотношение цена-качество. Что касается инструмента, я хотел бы отметить, на сегодняшний день фирма «Вариус» – это единственная фирма, которая не идет по традиционному пути, по которому идут все перекупщики и поставщики. Как правило, все поставщики инструмента, дорогостоящего инструмента, они говорят, что у нас самый лучший, берите, испытывайте. Да? Но это для нас на самом деле не бесплатное, как все рекламируете. Надо оторвать оборудование, надо вывести из эксплуатации, надо вывести оператора, надо вывести технолога, программиста, который там день-два работает. Все это убытки, это простой называется. И «Вариус» действует не так. Он смотрит задачу, сам разрабатывает технологию, сам разрабатывает управляющие программы у себя на стороне, и нам уже дают готовое решение, которое уже подготовлено, проработано, и мы не теряем наше драгоценное время. И никто больше в Украине из поставщиков инструмента этого не делает. Комплексное решение задачи пока никем не было представлено. Сотрудничеством с этой компанией мы довольны, так как они быстро организовали пусконаладочные работы, провели обучение персонала, показали основные способы работы, подсказывали по оптимизации технологических процессов. Сильный инжиниринг у фирмы «Вариус». Много решений они подсказывали в процессе. Что-то учились от нас, что-то учились мы от них. Но ребята очень прогрессивные. Обучение прошло очень быстро, потому что было доведено доходчиво. Это как бы одна из сильных сторон фирмы «Вариус» – развитие инжиниринга